Вот лестница есть еще. На лестницу? Конечно. Вон на лестнице. Туда лестница. Справа. Справа. Да. Развивайтесь тут на синем. Сега. А что там? Там мой кабинет. Да. Тебе нравится? Какое детское? Ах ты мама. Ах, все понятно. Вы тут будете спать? Да, работать прежде всего будем. Че, Олег, что скажешь? Твое экспертное мнение. Ну иди хоть скажи, какое у тебя мнение. А ты даже снимаешь, а ты ничего не говоришь. А где картина? Вот. И тебе не хватает. Вон картина, смотри, какая большая. Скажи, нравится, да, нормально, тебе, да. Не нравится. Ну где картина? Какая картина? Смотри. Почему? Так, эксперт Валентин сейчас выскажет свое профессиональное мнение. Чего-то не хватает? Картин. Какой картин? Хороший. Хороший, еще на больше картин, да? Надо хороший картин. Или ремонт хороший. Ремонт тебе не нравится? О, София, это не твоя тема. Вешать шкаф, это не про тебя. Я, София, пока еще ни разу не ронял там ничего. Там, вон там. Колян, что ты скажешь? Хорошая. Нравится? Да. Вот тут, смотри, стойка есть, тут можно кушать. Папа, я не буду сидеть. Хорошо. Этот мы вывесим березино, чтобы не мешало. Папа, тут нужно обустроить еще много. Да, еще надо обустроить? Да. Например, вот это. Тебе не нравится? Нет, так задумано. Так задумано? Да. А квартира полностью закрыта. София, ну что? Как тебе вернуться домой? Хорошо. Домой всегда хорошо. Зачем? Какой бы то ни было дом. Всегда хорошо.